Доброго времени суток, YouTube, уважаемые видеослушатели моего канала. Я хотел бы сделать небольшой эксперимент по той причине, что задают мне, в общем-то, очень простые, элементарные вопросы, пишут на почту наши уважаемые контрагенты, медики прежде всего. Давайте сделаем все очень просто. Вот у меня открыта новый вкладыш в браузере Chrome. И я просто пишу, уже я писал только что, приказ 749N. Задают вопрос, а где мне этот приказ взять? Пишем в браузере и, соответственно, нажимаем Enter. Буквально третья вкладочка. Раз, два, три. Приказ Минздрава России в юридической правовой системе «Консультант Плюс». Давайте его нажмем. И вуаля, мы с вами оказываемся в «Консультанте Плюс», в юридической системе, в которой этот приказ опубликован, и его легко можно скачать. Вот я два раза его открыл. Соответственно, взять его и заказать здесь, оформить заказ буквально через 10 секунд, у вас этот приказ будет на вашем компьютере. Приказ от 28.07.20, номер 749Н, об утверждении требований к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии, порядка их проведения, перечня медицинских противопоказаний для выдачи разрешения на выполнение определенных видов деятельности в области использования атомной энергии и перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, вплоть до того, что должности работников этот приказ определяет, на которые распространяются данные противопоказания. Противопоказания также в нем перечислены, а также форму медицинского заключения о наличии и отсутствии медицинских противопоказаний для выдачи разрешения на выполнение определенных видов деятельности в области использования атомной энергии. Приказ действующий, приказ утвержден, действует с середины с лета 2020 года. И, соответственно, следующее видео будет посвящено его подробному изучению, рассмотрению. Одним словом, все в открытом доступе. Консультанте Плюс в правовой системе, его легко можно добыть и заказать, как, собственно, сделал я. Вот обратите внимание, он у меня открыт на моем рабочем столе. Пришел он в таком виде, в формате RTF, то есть в формате простого текста, блокнота, можно сказать, то есть даже Word не нужен, чтобы его открыть. И дальше я буду говорить о, собственно, этом приказе. Вот он здесь. Вы тоже можете повторить эти действия. Зайти в интернет и скачать его из официального источника с юридического сайта. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам